Люберцы станут зеленее, а значит и красивее. 12 мая во время проведения ежегодной акции «Лес Победы» жители округа высадят саженцы клёна, рябины, акации и многих других декоративных растений. Зеленые насаждения украсят дворовые и общественные территории во всех поселках. Всего во время акции планируется охватить более 100 дворов. Ожидается, что в Люберцах на придомовых территориях посадят 900 молодых саженцев. Кроме того, по 100 новых деревьев появится в каждом поселке городского округа. Посадка зеленых насаждений предусмотрена и на общественных территориях. Так, масштабная патриотическая акция пройдет в Центральном парке, на проспекте Победы, на аллее Локтионова, возле реки Чернявка, у храма в Октябрьском и в Томилинском парке сказок. Традиционное участие в акции «Лес Победы» примут управляющие компании, ТСЖ, а также сотрудники администрации, социальных учреждений и предприятий. Для жителей подготовят посадочный материал, инвентарь, музыкальное сопровождение и торжественные мероприятия на дворовых территориях. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.